Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Как и обещала, хочу сегодня, 9 сентября 2021 года, показать малышей от нашей Анаис, очень редкого и красивого окраса, самочки-песчанки, и самца, сына нашего Персюши. Немножко мне удалось открыть клеточку Савик. Она не позволяет мне открывать ее из-за того, что там стоит внутри лесенка. Посмотрите, что творится. Малыш пошел на второй этаж. Вон он маленький засранец торчит. Так, это мама. Один малышок, как папа, бело-рыжий. Один вот здесь вот торчит рыжик. Папа уже пытается убежать. Вот такой вот красавец, тоже рыжий с белым. Вот она, мама. Очень необычного окраса. Она смотрится и шоколадной, и голубой одновременно. Вот один из малышей. И два окраса, как у папы, рыже-белые, бело-рыжие, вот так скажем. У одного побольше беленького, у второго поменьше. Мне кажется, даже они красноглазые. Вот ты ведь опять убежишь. Вот, смотрите, один вот такой рыжулькин. Глазки уже открыли. Один, два бело-рыжих, как папа. Еще интересно будет заглянуть к Максу с его детишками. Сейчас попробуем. Он у меня стоит за спиной. Там клетка открывается проще, и там два помета детей, помладше и постарше. Две самочки с интервалом, с небольшим интервалом по срокам родили детишек. Какие же вы любопытные, песчанки! Какие любопытные! И малыши у вас такие же любознательные. На месте сидеть они не хотят. Надо им везде бегать. Да. А во втором помете у нас вообще черный малыш есть. Давно у нас таких не было, черненьких. Так, сейчас мы попробуем закрыть аккуратно эту клеточку Савик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да-да-да. Это у нас саживаются новая семья. А здесь у меня как раз стоит клеточка со второй нашей семьей. Макс, наш победитель выставки. И вот здесь они деток спрятали под корой. Вот здесь кора у них лежит. Сейчас попробуем нарушить их покой и царствие. Видите, как закопали детишек. Опа-па-па-па-па-па. Все попрятались. Так, ну здесь окрасом как мама есть. Помладше детки бело-серые, как папа. Рыжика вижу. И куда-то закопался черненький был малыш. Сейчас мы их откопаем. Вон они все. И черненький ребенок. Смотрите, какие яркие, красивые ребятки. Бегом, бегом, бегом. Вот такие вот малышульки. Те, которые постарше, они уже открыли глазки, а те, которые помладше, еще нет. Мама тут есть белая красноглазая. Да, опа-опа, все, бегом дети спрятались. Рыжик, ты-то чего застрял? Какой красавчик, смотрите. Почти целиком рыженький. И только белая отметинка на лбу. Каевки. Каевки. Такие малыши подрастают у нас, да. А это папа. Разбежались. Кто-то уже глазки открыл. Ну что, Златка, у тебя-то не появился еще малыш? Мне черненький нравится, давно не было черненьких. Да, распотрошила я ваше гнездо. Спрятались они от меня. Чего? Вы-то чего ругаетесь?
колесе у них было гнездо тоже. Песчанки удивительные создания. С закрытыми глазками они носятся, малыши, по всей клеточке. Абсолютно ничего не боятся, все находят. Где гнездо, где мама, куда вернуться. Сейчас попробуем поймать. Ать-ать-ать, он уже забрался в домик. Хотела черненького рассмотреть. Эть, вот он. Ой, какой славный. А может быть, он голубой, как наша вот эта вот Анаис, она тоже непонятного цвета. Но очень интересный ребенок. Рассмотрим, когда подрастет. Что? Вы-то шпуль-шпуль уже глазки открыли. Шпуль-шпуль, бегом-бегом. Чего гнездышко вам вернули? Ну вот этот клевый. Рыжик такой. Камера еще у меня подсветка рядом, она раззасвечивает камеру. Он такой ярко-рыжий. Всего лишь белое пятно на лбу и около, ну и на шее. Все, ладно, не будем их волновать. Родители заволновались. Очень интересно мне посмотреть, какого они окраса у нас. Сейчас проверим нашу Злату. У нее оставалось последнее яичко. Ждем вылупления последнего птенчика. Да. Злата кушает. Ой, вы летать умеете, птенчики? Но нету у нас последнего-то ребенка. Злата опять накакала. Так, под Златой вижу. Ну, Златка. Нет, пока яйцо. Под ней целое. Целое яйцо. Ну, малыш в нем живой. Сегодня проверяла воскопом. Так ты красоточка. Ну вот, дорогие друзья, посмотрели мы, какие окрасы у наших малышей. Я, конечно, от Анаис хотела получить что-то более интересное, но рада и тому, что есть. Все равно очень долгожданные дети. На этом я с вами буду прощаться, но ненадолго. Увидимся в новых видео о жизни наших питомцев. Если вам интересно, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!